Архив БТИ во время пожара не пострадал. Напомню, накануне вечером горело здание Бюро технических экспертиз. Пламя вспыхнуло в подсобном помещении. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Причина возгорания – это вот здесь в проходе есть коптерка, там электрика института, который содержит это здание. Что там произошло? Кто-то проходил мимо и сказали, что там какое-то возгорание. Мы оперативно вызвали пожарников. В течение часа спасатели МЧС ликвидировали возгорание. Бумаги – это техническая документация почти на всю недвижимость Одессы. При этом не пострадали. Документов ничего не угрожает. Архив как работал, так и работает. Дело в том, что в этом здании у нас находится несколько отделов. Мы арендуем в этом помещении. Поэтому работники отделов оперативно все закрыли, отключили все аппаратуру. И покинули помещение до того, как уже было полностью затемление. А затемление было достаточно серьезное.